Два оргкомитета прошло сегодня в Чебоксарах. На первом обсуждали, как идет подготовка ко Дню Республики. На втором, какие мероприятия будут проведены для ветеранов в год 70-летия Победы. Межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ», международный фестиваль фейерверков, Чебоксарский экономический форум. Все эти мероприятия уже давно стали визитной карточкой республики. Восьмой по счету форум пройдет под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Уже сегодня в его рамках готовится 17 мероприятий. Подтвердили участие сегодня 5 технологических платформ. Подтвердили со стороны Министерства экономики Российской Федерации проведение российско-итальянской рабочей группы. Здесь сейчас находится предложение наше в Италии для того, чтобы компании итальянские, правительство итальянское выразило подтверждение о том, что провести у нас здесь эту рабочую группу. Кроме того, также есть подтверждение на сегодня семинар-совещание, это с УФАСом России по вопросам антимонопольного регулирования. В 23-й раз пройдет фестиваль народного творчества «Родники России». В 13-й раз – всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Свою нишу занял всечувашский праздник «Акатуй». В настоящее время министерством обсуждается концепция проведения мероприятий, этих всех мероприятий согласовывается с Российским домом народного творчества и с Министерством культуры Российской Федерации. Предлагается все эти праздничные мероприятия приурочить к нашим событиям, которые в 2015 году будут проходить. Это прежде всего 95-летию образования чувашской государственности, 70-летию победы в Великой Отечественной войне и году литературы и году Константина Васильевича Иванова. Так что праздник по замыслу организаторов должен удастся. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.